Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет! Ребят, игра под названием Metal Tales. Мы будем, собственно, уничтожать злых ребят таких. Но на самом деле здесь... Металюк. Тема такая. Ну, короче, добрые металюги, а есть злые металюги, которые... заряжают отрицательной энергией. Мы будем заряжать положительной. Они типа вынуждены, короче, вечность этим заниматься плохим. Но мы тут пришли всем на помощь. Собственно, вся суть как в Айзике. Нам нужно заходить по всяким различным комнатам, собирать различные предметы. Юля, если что, играет девушкой. Да. Так, я посмотрю. Вот здесь какая-то интересная тема. Здесь на карте есть боссы. Блин, сорян. Юля, сыкуха, погоди. Сейчас разберемся. Ладно, ты тогда не стартуй. Какие-то хипы, слушай. Да, видать, это какой-то дополнительный прикол. А что не взялось-то? У тебя подожди полные. Может быть, я уже взял вот эту книжку, она мне что-то дает. Тебе нужно взять теперь. Думаешь? Юль, вся надежда на тебя. Иди забирай. А мне кажется, нет. Иди давай, возьми себя в руки и возьми. Ты же металюга, Юль. Понятно, короче, что-то нам не дано здесь. Не короче, совсем вкурили я мы. Тебе отвечаю, это были хипы. Ага, ну хорошо. Ну, Юля знает, что говорит, давайте послушаем. Конечно. Ее, действительно. Пойдем по тем комнатам, где мы не еще всегда, не были. Правда. Но мне кажется, в данный момент ты права. Ай. Так что это, все. Вот опять же, да, это хипы. То есть странно, что... Слушай, а что они теперь везде появляются? Слушай, а можно разбомбить эти штуки? Да, может быть, что-то валяется здесь? Может быть. Также у нас есть спешлы различные, которые упрощают уничтожение противников. Блин. Так, ты что-то не взяла, я что ли? Я хотела бочку разрушить. Ну прости меня, слушай, пожалуйста. Слушай, у тебя половину хипов снесли? Ну, это, нет, у меня сердечко. Половина, да, половина целого. Как туда забраться? Как реально? Здесь надо разрушить. Во-во-во-во-во. Слушай, оно не долбится никак. Ну ладно. Ну и пофиг. Стой, пойдем налево, сверху босс. До босса мы пока потерпим. Да. Здесь еще также есть на карте обязательно магазин. Есть какие-то спецзадания, которые нужно выполнить. Я возьму этот комбик, чтобы долбануть. Наверху как... Блин, ничего блин нет. Я Юле не даю ничего взять. Да, Юль же любит разрушать, думаю. Извини. Ну я ладно, там ничего подожду. Не было, если что. Я поразрушала несколько бочек, но все, они были пустые. Здесь это карта испытаний, я так понял. Вон нужно продержаться 10 секунд. Здесь всего 4 примерно персонажа. Друг друга, кстати, поднять, если да, что. Да, да. Также играть вы можете с клавиатуры на одного. Ой, блин. Либо с геймпада, то есть. Мы сейчас с геймпадом. Да, да, да. Один геймпад плюс клавиатура, то есть можно и таким так, макаром. Все, что ли? А, следующий раунд. Еще. Ничего, ну-ка дай долбану. Вот, смотри, смотри, сейчас комбарь бомбанет. Так. Шарахнул! Блин, ну, ни до кого не доехало. Не у меня аж в ушах зазвенело здесь. Этот вон взрыв. Еще один выжил, Мишка, вали. Все. О, какая-то еще книжка. Мы выполнили задание. Бери. Видите? Ну, возьми. Я взяла. Все, ну я не знаю, что они дают. Она, видишь, у тебя появилась в правом углу. Да. Может, ее надо выбрать. Ну, но я реально пока не буду жать. В Айзеке, скорее всего. То есть что есть же нам предметы, теперь осталось которые только дают. Боссу, что ли? В принципе, что? Мы можем вниз, мы вниз не сходили. Там какой-то типа подарочек подарок есть. Сейчас разберемся с этим. Надо аккуратно. А, нет, мы здесь его были. Взяли. В магазин, в принципе, начале. Можно зайти. У Юли есть какие-то монеты, можно взять вот эти тоже штуки. Но я так я понял, не буду так как. Брать. Три, интересно, как их покупать, но давайте я ничего не буду брать на короче, всякий случай. Короче, погнали, мы сейчас так справимся. На босаря пойдем, да? Конечно. Так, я даже карту не успел. Юля правильно пошла, теперь можем пройти здесь и вправо, и вверх, так, все. Все, посмотрим. Погнали, я, короче, готов. Жалко, вот эту монетку нельзя. Да, ничего не получилось. Добыть, слушай, не погоди, знаю. Погоди, погоди. Давай комбарь поставлю, мало ли, может разрушат. Поможет. Может, мне кажется... О, о, слушай, еще какая-то ерунда, я Мишка, что да заметно, вообще... что ты коллега-хозяин. Слушай, прикольно. А вон, видишь, замки. Уровни открываются вон даром. Сверху все написано-то, ё-моё, а мы с тобой не прочитали всех этих книг какие. Ну ладно, не ну, суть. Ладно. Собственно, мы пойдем уничтожать первого злобного металюгу. Киборга. Ну такая, я даже не знаю, может это девушка какая-то. Похоже, да. Но музыка здесь брутальная, кто любит всякую тяжелую музыку, игрушку специально для этих людей. И в принципе, кто любит всяких айзеков. Ну да, кстати, на самом деле тут все я не по знаю, стилю, как этот саундтрек прикольный, короче. Да-да-да-да-да, так что лупашим этого надеюсь, чувака. Я надеюсь, сейчас нас не задеют. Слушай, а у меня есть какие-то еще пилы. Ой, блин, слушай. От порталов подальше держись, мы уже пол хп снесли этой мадами. Как мне переключаться, интересно, в навыках? Блин, я хочу еще какую-нибудь штуку. Ой, слушай, она почти труп. Ой-ё, немного всё, ли? Прикинь. Что-то, слушай, на раз-два быстро. Завалили. Нам достижение еще сразу же влепили, что мы ее выполнили. Давай, осталось только всё, ну, давай, умереть прям эпич. Ну нет, это не вышло. Все, призыв. Хороший клавишник поможет звучать внушительней. Вот, нажимайте влево для применения. То есть мы можем клавишника... Понятно, у нас просто не было до этого ничего, поэтому ничего. Так, перешли мы в следующую карту сразу же. В принципе, здесь ничего не изменилось. Так, стой. Наверху сразу же подарочек какой-то есть. Давай сходим. Погнали, да. Гитара. Ну вот возьми, Юль, ты. Давай. Так, гитара. Лучше в черном. Окей. А, я беру тоже. Гитара. А, то есть у меня гитара, смотрите, какая крутая. О, слушай, мы можем с а гитарами. Смотри, как у меня. У меня
оружие сменилось. То есть оно у меня теперь редко, какое. И меня как бы отталкивает. Ну, возьми, может, вот эту, я не знаю, это вроде почаще стреляет, но она стандартная. Ну, я прям даже не знаю, как ты считаешь. Ну, давай дай-ка я чекну вот эту. Стоит. Она прям медленно так шмаляет, но, видать, сильнее урон. Ой, ну, не знаю, я бы вот эту взял, все. Но ну, мне, короче... конечно, Лес Пол это больше нравится, ну, ладно, не суть. Пойдем, короче, сюда. Куда? Там есть вон еще сбоку какой-то. Ну, вот пошли сбоку, посмотрим, что здесь у нас. Понятно, есть. Понятно, еще. Слушай, мне хочется будет призвать еще клавишник, как он себя ведет. Так, давай доразрушим все здесь. Мне кажется, здесь ничего нет. Ну, а, вон ага, монетка. Нету. Че, пойдем сразу же дальше? Так. Аккуратнее ловушки здесь, блин, до меня прям допирается. Все, отлично, завалили. Ну все, что тут на изи. Блин, куда, все наверх? Так прям круто, металлистически выглядит. Короче, фактически. Сильно. Опа, сильно. Слушай, карта крупная. Вызываю клавишника. Вызываю клавишника. Все, давай. И что? О, теперь у меня, смотри, какой я крутой. О, слушай, класс. Теперь типа реально внушительней стал. Все, разбомбили все. А, все в порядке. А, здесь Миша, уже а что босс? У тебя как мало хипов? Ну, немного я лещей получил. Ну, я не знаю, может попробовать на босса или нет. Или пойдем ну, погоди, в нижнюю. Давай посмотрим, чуть изучим О, еще одно испытание. Просто усилим себя дополнительными давай, предметами. Давай. Юля хорошо, кстати, себя сохраняет. У нее жизнь так замечательно сохранилась. Ну, вот точно. Ну, ладно, давай пройдем эту тему. Ну, вот эти, кстати, что-то пока простые. Не такие же о, ключ остались нашел, примерно. Ключ. Как и были. Я могу ошибаться, конечно, ну, но смотри. Особо сложнее не стали. Ага, вот эти уже стреляют. Так они стреляли. Раньше просто да. не успевали они ничего сделать. Слушай, валюта каждому своя дается, заметь. То есть блин, нас... Блевальщики какие-то. Да, да, да. Вот они, кстати, опаснее всего. Вот пошло уже. Еще бери монетку, все нормально. Кому ну, досталось... Все, последняя, мне кажется, волна. Слушай, нет, это не на время, это... Просто выдержать, да, типа, вот пройти. Именно эту волну нужно успеть за это время пройти. А не все волны, не сумма. Даже так. Все, видишь, сейчас пойдем. А здесь ноль почему-то. Не совсем я, короче, вкурил, но да ладно. Блин, достижение вот псов, достижение вот здесь. Ой-ой-ой, все. Все, он сдох. Я всех завалил. О, что-то дали. Новенькое. Так. Сколько народу сразу вот, очнулось. Вот, теперь мы, на, если кнопочку нажмем на определенную, быстренько в магазине появимся. Так, понятно. Ну че, куда смотри, такая теперь? Толпа. Ну че, хочешь на босса? Может, ну че, больше эпика, да. Че тормозить? Сейчас увидим как раз, кто следующий. Начинается сразу же во время босса так. Эпическая музыка. Слушай, о, вот, кстати, он в начале в заставке какой-то. Появлялся. Я надеюсь, игрушка-то вообще по длине-то длинная, а то что, мы как-то быстро больно справляемся со всеми. Мы так, просто крутые металлисты. Начинается месиво, я включаю этого, да. Как его. Как мне включить сразу же клавишник? Да он какой-то слабый. Опа, 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 опа. Блин! О, так, Юлю прям пристрелялся. Ой, блин, стой, как мне шарануть-то? Йо, да что он на меня-то прям сагрился? Мы вдвоем с тобой Йо! Слишком просто его валим. Слушай, он даже не успевает, но это... Ой-о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 й
Так, все. Блин, ну слушай, он мне... А, считай, мы, скорее всего, если умрем, стальные то, пальцы. Наверное, умрем навеки. Ну, возможно, все заново начнется. Вот в этом, наверное, сложность. Ну, давай, жми кнопку А, теперь мы еще новый Блин, призыв. Блин, у нас теперь... Ой, Мишка, у тебя вообще полхипов. Все, слушай, а я только не заметил, ХП не повышается. Не повышается, то есть я тебе говорю. Слушай, а о чем? У нас еще призыв теперь нового мужика. Погоди, карту посмотрю. Так, нам только вправо. Были бы сейчас хипы, конечно. Нифига, меня уронило. Меня нафиг вынесло, Юля. Отлично, ты вовремя помогла. У меня всего лишь теперь один медиатор. Ой, Мишка, Мишка, меня уронила. Так, стой, все, поднял. Хорошо, что мы можем друг друга поднять. Но вот теперь началась небольшая жара. Ай, блин, все, да что поднял. Такое? Так, стоп. Давай. А все, у нас теперь, смотри, теперь навеки по одному хипу. Да, то есть, если вы один раз погибли, то считайте, что блин, я по ним стреляю, слушай, они уже какая все. Многогранная. Ого, куда здесь пойдем, что-то наверх? Вообще лютое. Так, готовься так, к трындецу. Хочу вызвать. Вы, слушай, нажми стрелочку влево. Так, Юля упала. Уже поднимаю не могу. Юлю. Блин, слушай, ну слушай, это у меня не жесть. Жмется. У меня ничего меня не жмется. У меня тоже почему-то не жмется. Я не знаю, то ли в определенном случае можем призывать, то ли еще чего-то. Оп. Я одного завалила, этого, который шмалялся так. Я мощно. Что-то, вот видишь, не вкурил. А, у меня ни одного этого и нету комбаря. Почему, говорю, не использую? Потому что у меня их и нету. И, блин, ну ладно. Ну и ладно, мы и так с ними справимся. Ну слушайте, вот сейчас антураж покрасивее стал. Да, как будто реально прикольно. Мы на каком-то фестивале. Вот это вот можно разрушить, интересно? Да, мне кажется, только как я этим бомбил. Куда мы теперь можем идти?
Назад только. Мы сюда. Вот, опять испытания. Ну, давай заступимся, посмотрим. Ну, давай посмотрим, сразимся сейчас с этими псами. Так, в одну сторону. Ух ты, сразу же такая тема. Ого, это бутылка, все то же самое. Так, возьми монету, у тебя поменьше. Вот эти жирники уже посерьезнее. О, ой-ой-ой, Юля, нифига себе, тут начинается жаревня. Надо было тебе, наверное, может, гитару-то покрепче брать. Нормально. Все, я очистил мужика. Упала. Мишка, да. Все, поднял быстренько. Хорошо, что да не нужно. Да Мишка, я опять упала. Сори. Ты что, прикинь, мне тут издеваешься? Я просто видишь, Юля, я упала. Да Юля упала. Нет. Мощно я не успела. Все, и все сначала. Типа, стой, погоди. Вот мы теперь можем вернуться, улучшить. Погоди, вот какие-то апгрейды. Каждый раз по окончании задачи получаешь металлиум какой-то. С металлиум, который тобой... Понятно, здесь все по-русски. Добыт, можешь купить улучшение на этом экране. Улучшения остаются вечно, даже после смерти. Короче, как в рогалике, что ли, я так понял. Да. Так, дополнительный медиаторный щит. Это, слушай, кстати, полезная штука. Мы его купим обязательно. Так, дилей. Так, на 180. Может, медиатор с хипами? Вот это вот. Ну, давай, купим. 100, дорого, конечно. Что еще, погоди. Давай купим тогда действительно этот медиатор. У нас осталось 80, и купим еще вот эту штуку. Давай. В принципе, закрываем, и что мы можем только? Только раз... вновь начать. Начать вновь. Давайте посмотрим, это же карта или как нас куда закинуть? Да нет, ёшкин, прям с самого матрёшкин. Начала. Но, зато в принципе... смотрю, у нас типа хипов. О, вот гитара, кстати. Что-то за новенькая гитара. Новенькая. Так, посмотрим. Ого, она прям часто, но очень слабо. Я но даже я не ставлю знаю. Стандарт. Ну... Да, я лучше эту возьму, короче, гитару. Давай сразу же к боссу стартанем, посмотрим, давай. Что здесь может надо быть подальше. Надо вот с этими расправиться. Хочу я увидеть... Так, сколько мы видели боссов? 3 или 2? Ай! Юль, с самого начала не теряйся. Да, здесь действительно, видите, уже у нас 4 медиатора. Я потерял, смотри, типа. Слушай, жизнь. А почему... Слушай, тебе отдельно, что ли, прокачиваться надо было? У меня-то 5. У меня было, но она пропала. Ну, понятно, странно, странно. Почему? А, может, не понял. Why? Непонятно, ну ладно. Юля, ты что делаешь? Ой, блин, да я смотрю на тебя. Мы так блин. Далеко вообще ой, не ой, зачем я медиатор этот, комбар взяла, непонятно. Ну комбар ладно. Тебе пригодится, ничего страшного. Монетки берем. Юль, пожалуйста, аккуратней, ну что ты ну с собой что? Творишь? Что, ничего не могу поделать. Ладно, почапали я, сразу видать, на босса. Я, расслабилась. Совсем уже никуда слушай, не годится. Слушай, это другой? Какой-то да, прикол. Слушай, это какой-то другой босс. Босс рандомно, что ли, постоянно? Клево. Это басист, даже... что ли? Круто перепроходить тогда, что ли, получается. А куда он сейчас приземлится? Здесь вообще жесть какая творится. Сейчас я комбарь, блин, комбарь. Ох ты! Ох, Мишка, он прям за тобой. Ой, что ну, это наше. Так, двигайся, не останавливайся. Как комбарь поставить? Комбарь поставить на чуть ниже кнопку, как ты стреляешь, Юль. Только аккуратнее. Так. Вот, молодца, поставила прям четко, круто. Давай, блин. Ну... Он прям блин, вовремя свалил. Непутная. Юлич, ты сейчас знаешь, что в ранг мертвых передвинешься? Но ну, это не ладно, басист, если что страшно. Был. Это был просто крутой гитарист. О, он стал нормальным о, человеком. О, слушай, нормоз. Все, мы его очистили, с нами. Так, короче. Призыв. Его голос может разбивать стекла, но и залечивать раны. Понятно. А, прикольно. Юль, слушай, нажми как хилка. Кнопочку. А, давай пойдем сразу дальше, посмотрим, что там у нас есть. Да, действительно, вы начинаете с самого начала, в принципе, но зато Юля, вообще, более прокачанные, более крутые. Буасар сразу же здесь. Где я? Понятно. Я Юля сдох. Уже валяется. Я почему-то слушай, теряю себя. Слушай, а почему себя? У меня 3 Миш, медиатора? Миш, я сдохла. Юля. Они прям меня ты это напилась, в одном что месте, ли, ну смотри, прям атаковали. Атакуй позорные. Всех, сейчас мы посмотрим еще одного басаря, интересно же увидеть, что ну у да, нас согласна, еще встречает. Мне тоже интересно, аккуратно, аккуратно. Же. Ну слушайте, реграбельность здесь неплохая в этой игрушке сразу да. же басарю. О, по-моему, ну, вот он был, же, да? Это та же, да, киборг была. Ага, то есть нас это которая с порталами. Все, я пропускаю тогда сразу же, и давай лупим ее прям по, не по-детски, давай, только прям по ней четенько, если мы будем по ней быстро стрелять. И бойся порталов, отходи, вот все траектории видимые. Ну, она вообще плохо стала. Я отхожу, но... Сейчас она опять должна зарядить. Все, Стой, где она? Все, все, блин, я... Вставай, быстрее меня! Все, молодец. Вовремя. Молодца. Сейчас она еще... Юля, ты не туда стреляешь. Все, сдохни. Молодцы. Еще по сути, мы, можно сказать, 3 басаря завалили сегодня. Ну да, разных-то. Больше как бы, ну да, я имею в виду разных. Ну, видишь, мы призывы заново только получаем.
Я так понял. Так, и... слушай, пошли, короче. На единственное, что идут по своей, так скажем, стезе, это уровни, а вот босари, где я так босс, понял, рандомно. Где босс, интересно, где босс? Ну, тут, как говорится, там большая карта. Это жестёнка. Мне кажется, нас сейчас как лохов просто надерут. А кто знает. И все закончится на этом. Ну, а что вот у нас, Юль, с тобой по одной жизни, одно касание. Тогда, ой, я упал. Юль, подбери, пожалуйста, меня. Где ты? Я вон отдыхаю чуть. А, я просто тебя не заметила. Я смотрю на этих дурачков. Что такое? Юль, пожалуйста. Да ё-моё, прикинь! Че там? Кто там говорил? Короче, на тебя синдром этот переключился. Так, давай пойдем здесь. Ой, блин, Мишка! Вот и все. Вот и все. Полегли пацанчики. Это было круто. Ну, короче, я что могу сказать? Игруха нас порадовала, это точно. Здесь, действительно, вы прокачиваетесь и заходите все дальше и дальше, видите новых боссов. Я надеюсь, боссов много, миссий много, игруха реально достойна вашего внимания. Обязательно попробуйте. А на этом все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.